Будем здоровы, ребята! Упакованы чемоданы, пора ехать в Боливию. Даже ребенок знает, что каждая поездка в Боливию начинается с Майами. Посмотри, товарищ Халецкий, мы выглядим как близнецы. Такие же ID, такие же паспорта, такие же сумки. О да, мы зеленые и симпатичные. А теперь небольшой тур по Майами и пора лететь. Боливия ждет. Разве? 9 часов перелета, и Боливия предстает перед нами во всей красе. Прибыв в Ла-Пас, у нас есть всего лишь полдня перед тем, как мы уезжаем в высокие горы. Ла-Пас – самая высокогорная столица мира. Она находится на высоте 4 километра над уровнем моря. Но мы из Колорадо. Нас высотой не проймешь. Не мешкая, закупить на рынке продуктов и в путь. Ну что, мужики, поехали? Конечно, поехали, уже пора. Примерно 7 часов езды, и мы должны приблизиться к нашей первой цели – гора Илимани. Хотелось бы расслабиться в кресле и отдохнуть перед предстоящим восхождением. Но сильно расслабиться вряд ли удастся. Наш водитель, лихой парень боливийский, хочет похвастаться, как он круто умеет водить машину и фактически скидывает нас в бездну на каждом повороте. Фух, пока вроде все живы. Приближаясь к горе, дорога петляет среди маленьких деревенек и крутых утесов. Оттуда мы только что приехали. Сегодня доминго, воскресенье. Настоящий уважающий себя боливиец не может как следует не отпраздновать воскресенье. Как то? Чачи много не бывает. Все пьяные в дрова. Вася, ты меня уважаешь? Не сомневаюсь, что уважению нет предела. Как хорошо, что хоть бараны здесь трезвые. Наша первая гора, Илимани. У меня нет твердой уверенности, что мы залезем на вершину, поскольку сегодня всего лишь второй день, как мы находимся на высоте выше 4000. Но при этом это должно быть шикарной акклиматизацией для нашей основной цели – горы Анкуумы. Неожиданно выяснилось, что у нас есть сложности с доставкой вещей в наш первый базовый лагерь. Водитель ослов пьян в хлам вместе с ослами. Придется все вещи грузить на мотоцикл. Наш первый ходовой день достаточно простой, около 5 часов ходьбы вверх с набором высоты примерно в 1 километр. По дороге, наслаждаясь красивыми видами и ламами. Сейчас начало августа, самое лучшее время в Боливии. Боливийская зима. Самая стабильная погода. Сухо, недождливо, тепло, уютно. Насчет тепло я немножко погорячился. Сейчас на улице около нуля, а ночью температура должна опуститься до минус 20. Пора на боковую. Но вот откуда пришла хорошая, добрая, теплая и уютная собака,
Неизвестно. Придется с ней поделиться вкусной едой. На следующее утро выяснилось, что собака проспала со мной всю ночь. Я абсолютно не возражал, грелся об нее и наслаждался ее присутствием. Женька Халецкий только что пожаловался, что всю ночь вместо собаки наслаждался жуткой головной болью. Пора на маршрут. Сегодня длинный ходовой день. 8-9 часов в лучшем случае. Но если мы оглянемся назад и посмотрим, в чем идут наши носильщики, да, сильно удивляешься, как можно гулять по горам в пляжных тапочках. Хотя, конечно, смеяться здесь неуместно, потому что у ребят просто нет денег. Хочется им помочь, что мы и сделаем. Today, Juanjo is with us, which is beautiful. So, what do you think? Sir Juanjo, a couple of words of press, please. This is from Illimani. This is the mine Igor. Hi, my name is Belsi. Who is our cook? Yeah, I'm a cook for 4 days. And the comida was just arrica. Oh, gracias. Thank you. And of course, Mr. Victor, who could carry at least a horse. Something for the press, please. Todo bien. All right. Good words, good words. И чем ближе мы приближаемся к горе, тем красивее становятся виды. Но! Простите. Мы идем вверх. Уже 3,5 часа, порядком подпритомились. Вот было бы здорово, если бы у нас было столько энергии, сколько у этой пожилой бабушки, спускающейся вот оттуда. 4900. Отсюда легкости не предвидится. Собака тоже порядком устала и на отметке 5100 развернулась, пошла обратно, больше мы ее не видели. Как я уже говорил раньше, это наш всего лишь второй день в Боливии. И, конечно, после 5000 начинается настоящая серьезная работа. Каждый шаг отдается в висках тяжелым потом. И шаг за шагом резко труба наверх зовет. И кашляет Халецкий, но все идет вперед. Единственное, что помогает немножко отвлечься и чуть-чуть отдохнуть, это потряснейшие виды, торчащие во все стороны. 9,5 часов с 2 перерывами по 5 минут, и мы ставим штурмовой лагерь. Пора отдохнуть. А это что еще такое? Коньяк для боливийского вида индейца? Плохая идея. Еще довольно рано, но нам пора идти спать. Как это обычно бывает в боливийских Андах, завтра подъем в 12:30 утра. Спокойной ночи, гора. 12:30 утра. У Женьки опять всю ночь раскалывалась голова от боли. Да и у меня самочувствие не на пятерку. Как дела, Евгеньич? Ты знаешь, сказать херово, значит похвастаться. Как и ожидалось, до вершины мы не долезли. Недостаток акклиматизации, жутко тяжело. Женька развернулся на высоте 6000 метров, я на 6200. Но, несомненно, это восхождение будет серьезным подспорьем в акклиматизации и подготовке для нашей следующей горы. Что и говорить, усталость не детская. Еще примерно час до верхнего лагеря, но ночевать мы там не будем, очень неуютно. И 1200 метров вертикального спуска до базового. Наконец мы внизу. Полная победа. Начинает проходить голова, начинает улучшаться состояние духа. В целом не так уж и плохо, могло бы быть и похуже. Да, потрепал вас походик. Нам пора возвращаться в Ла-Пас, но по дороге мы еще полюбуемся красивейшими местными животными.
Mucho de nada. Что означает хорошей погоды по-боливийски, конечно. Отсюда примерно 5 или 6 часов езды до Ла-Паса. Мы уже измучены, нам не до чего, хочется просто тупо смотреть в окно. А иногда, когда позволяют, выходить и разъезжаться с машины, которая пытается столкнуть нас в пропасть. Сегодня 6 августа, день образования Боливии. Все закрыто, все орут. И мы дома. Пятизвездочный отель «Европа» – неплохо. А теперь чистка зубов. Чпок! А после тяжелого дня придется выпить. Джентльмены, не желаете ли водки с пидоном? Еще как желаю! А теперь у нас есть целый день для путешествия по Ла-Пасу, самая высокогорная столица мира. Six million people in Ла-Пас. Район Альты, в котором мы находимся сейчас, называется Хайпа-Пакаси. Ла-Пас – молодой город. Он был образован 6 августа 203 года назад. А то, что вы видите сейчас, это всего лишь обычная городская улица, ведущая с даунтауна, расположенного на высоте 3400, до Альта, высота 4200. Если вы настоящий боливиец, вы легко подниметесь за час. На вершине горы Эль Пико де Потоси, которую видно прямо с центра Ла-Паса, я был 4 года назад. Да и горы Илимани, откуда мы вчера вернулись, видно прямо из окон отеля. Мне повезло. Я был на вершине горы Илимани в 99 году, так что я знаю, как она выглядит. Если вы настоящий боливиец, боливьяно реаль, вы будете все время играть в футбол. К сожалению, игроков гораздо меньше, чем футбольных полей. Тут и так все понятно. А вот что касается огромного количества зубоврачебных мастерских, это вопрос. Боливийцы – жутко набожный народ. Здесь более 30 различных религий. И весь август тут происходит обряд, называющийся Пачамама. Каждый боливиец, который любит Пачамаму, сожжет что-нибудь секретное. Что-нибудь такое, что специальные бабки приготовили ему, заговорили, и теперь это будет предметом хорошего счастья. Люди действительно верят, что если они сожгут эту сранинку в каком-нибудь заветном месте, то сразу же попрет пруха. Примерно вот такая. Всегда будет здорово, всегда будет хорошо. Я, правда, в это не очень верю, глядя на окружающую нас жизнь. Думаю, что тут уже ничего не поможет. Antes había casas aquí, todo era casa. Calle, casa, pero esto un movimiento sísmico se bajó. Тем временем наш водитель и экскурсовод Рудон Ацаба рассказывает, что в Боливии страшные ливни и дожди проходят с ноября по февраль
и все эти дома сползают вниз и рушатся. Еще одна особенность Боливии – здесь огромное количество бездомных собак. Какие-то добрые, какие-то пушистые, какие-то нет, а какие-то и злые. Далеко за горизонтом виднеется известнейшая набожная скала Таело-дель-Дьявола, скала дьявола. На реке Ирцаби здесь построено всего 3 моста. И, конечно же, если по ним проехать, попадешь в даунтаун, Ла-Пас. Когда глядишь на этот город издалека, выглядит изумительно, потрясно, захватывающе. Но при приближении ты понимаешь, что не все так здорово. Не хотел бы я здесь провести остаток дней. А может и начало. Но не стоит о грустном. Давайте лучше поговорим с веселыми полицейскими и посмотрим, как играет местный ансамбль народного творчества. Просто прогуляемся вокруг Ла-Паса и посмотрим интересные места. Right after quitting time. Baby, baby, don't be late. Don't be late. I'll meet you at the house at a quarter to eight. I know a band that'll rock a little place. Gonna boogie a woogie, put a smile on your face. I did my time, I paid my dues. I got all night long to dance and lose these blues. All day long, it's been on my mind. Just me and you tonight after quitting time. И мы у Хуанчо. Хороший день. Алло, Хуанчо. Здорово, мужики! Прежде чем полезем на Анкуму, рекомендую посетить Чикальтая. Это круто! Чикальтая – самый высокогорный горнолыжный курорт за всю историю человечества. Расположенный на высоте 5600 высота Эльбруса. Дорога на Чикальтаю, а точнее не дорога, а джип-трейл, терниста и извилиста. Машина еле тянет. Claro. Mire, señor Frank, yo creo que para más antes, ahorita yo me encuentro en el alto, y justamente estoy con problemas de eso. К сожалению, из-за отсутствия снега, курорт закрыли несколько лет назад. Но даже то, что осталось, выглядит очень уютно. К сожалению, от всей машинизации остались только канаты, какие-то заброшенные бетонные тумбы, непонятно что, и, конечно же, потрясающе сконструированный туалет. Мощный и красивый. Мы в отличнейшем настроении гуляем вокруг заброшенного горнолыжного курорта, наслаждаемся потрясными видами и сногсшибательными озерами. Это мое 5-е посещение Боливии с 1999 года, но каждый раз я не перестаю удивляться, наслаждаться и восхищаться этой красивой страной, этими хорошими, добрыми людьми и этим великолепным настроением, которое всегда присутствует здесь. Курорт Чикальтая же был образован неким американцем Робертом Рочем. Представьте себе, что вы Роберт Роч, вы владелец этой гостиницы. Наверное, неплохо здесь было жить Роберту Рочу. Но нам пора возвращаться домой и подготавливаться к завтрашней отправке снежные горы.
Но глядя на горы и видя, какая там погода, мы сильно призадумываемся и скрещиваем пальцы на счастье. Наступает завтра. Мы быстро пакуем вещи, говорим счастливо уютному отелю «Европа». Женька, ты готов? О, да! До свидания, шумные боливийские дети. До свидания, куры. Здравствуй, дорога к горе Анкууме с огромным количеством недостроя, что является еще одной особенностью Боливии. Оказывается, в Боливии лоун на дом, декретика, выдается ровно наполовину, и после этого все дома недостроены пожизненно. Через 5 часов езды по пыльным и трясучим боливийским дорогам перед нами перестает весь массив, который нам предстоит пролезть. Начинается он с пика Шульц, переходит в массив горы Ямпы и, конечно же, наша гора Анкуума. Ох, будет нелегко. 4 дня тяжелейшей физической работы, но у нас уже есть акклиматизация, а значит, есть шанс. Старинная, чахлая, заднеприводная тойотка с лысой резиной с трудом тянет на крутики. Частенько нам приходится выходить, она буксует, идем пешком. Но все-таки в результате добираемся на место начала маршрута. Заслуженный завтрак. Главное, не забыть покормить собаку, кормящую мать, между прочим. А через 3 часа ходьбы в удовольствие, благо рюкзаки несут девушки, мы выходим к лагуне Чулата. Это наша сегодняшняя ночевка. Уже расставлен лагерь номер 1, но у нас еще полно времени. Нужно прогуляться немножечко вверх для еще более уверенной акклиматизации. Сказочно красиво, но хочется жрать. Пойдем поедим, ну его нафиг! Сказано, сделано. Супца для словца, сырка для рывка. Здоровья, мужики! На следующее утро виды из палатки примерно такие же, как вчера. К нам на завтрак, помимо Хванча, прилетел сильно переросший грач. Мы кормим разросшегося грача и готовимся к сегодняшнему маршруту. Почти отовсюду, по мере подъема наверх, видно нашу вершину, но как до нее еще далеко. Идти очень трудно. Я уже достал отсутствие кислорода. На высоте 4800 нас стало прилично накрывать непогодой. Но буквально через несколько минут, оглянувшись вокруг, я не мог поверить той красоте, которая нас окружает. Виды Ямпы и Анкуумы сногсшибательны. Такой красоты я давно не видел. Я тоже! После перекуса, как раз подоспели наши рюкзаки, пора ставить лагерь номер 2. Лагерь установлен. Еда готовится, пора пойти на поиски шиншилл. Да-да, самых настоящих диких шиншилл. Шиншиллы в дикости живут всего в 3 странах мира. Это Чили, Перу и Боливия. Их место обитания на высотах между 4700 и 5600. Иначе у них слишком много врагов. Каждое животное хочет съесть это мягкое, немощное существо. Спасает их только быстрые ноги и камуфляжная раскраска. Изначально их очень трудно найти среди камней, и шиншиллы близко не подпускают. Стоит сделать одно неаккуратное движение, они молниеносно убегают среди камней. Жизнь шиншиллы примерно от 10 до 15 лет в дикой природе. Домашние же шиншиллы могут дожить до 22. У шиншилл самый приятный и мягкий мех в мире. Поэтому, к сожалению, помимо врагов природных, у них есть еще и враги двуногие. Ох, и набегался я за этими маленькими поросятками.
Хотите верьте, хотите нет, у меня заняло более 4 часов, чтобы сделать эти 30 секунд фильма. После такой нагрузочки не мешает перекусить. Я уверен, что обед уже подан. О да! Вы посмотрите, какая вкуснятина! Обед из 3 блюд приготовлен на высоте 5000 метров. Тодо вэлэй дьен! Однако, пора идти спать. Завтра предстоит длинный денек. Третий день восхождения. Если все пойдет по плану, нам идти примерно 10 часов. Ну а если по плану не пойдет, все равно примерно 10 часов. На наше счастье, нам не нужно много нести, только то, что нужно в необходимый момент. При этом в нашей группе 3 носильщика, 2 проводника, 1 собака, повар и еще несколько человек сопровождения. На высоте 5500 мы выходим на ледник, где, несмотря на кажущуюся легкость прохождения, куча трещин, в которые можно легко гигнуться. Еще часа полтора, и мы должны прийти к месту, где будет штурмовой лагерь. Скорее бы. 10 часов ходьбы, высота 5800, сил нет. К счастью, лагерь поставили ребята. У проводников же сил немерено, решили поиграть в летательную тарелку. Хванчо, лови! Собственно, идея очень неплохая. Заодно проверим, есть ли трещины на нашей стоянке. Мама, какой вкусный хлеб! А после обеда, пока Женька лежит в палатке с головной болью, наши ребята решили, что позанимались спортом недостаточно. Придется что-нибудь еще сделать. Например, залезть на отвесную ледовую стену. Солнце еще высоко, нужно срочно идти в туалет. Ночью под минус 30 вряд ли это получится. И сразу на боковую. Как вы знаете, в Боливии, как это заведено, нам опять вставать в 12:30 ночи. Тоска. 6 утра. Мы идем уже 5 часов. Ноги и руки на грани отморожения. На улице примерно минус 27. Фонарики подсели, и в тусклом свете темноты мы, спотыкаясь об своей кошке, мрачно карабкаемся вверх по леднику. Хванчо, como está? I wish I could say the same. Да, кремни, ребята, нам с Женькой потяжелее. Отсюда до предвершинного хребта примерно 150 метров отвесного льда. Честно говоря, мы на это никак не планировали. Женька и его проводник Виктор решили повернуть обратно, совершенно справедливо. У Женьки началось сильное отморожение ног и полное отсутствие сил. Я буду пытаться дойти до вершины, хотя это тоже очень под вопросом. Жесткое лазание на высоте 6400 по отвесной ледовой стене не доставляет большого удовольствия. Пришлось еще немного напрячься, еще немножко потерпеть и с огромным трудом, но мы на вершине горы Анкума. 9 утра, довольно ветрено, но при этом относительно комфортно, примерно минус 2. Я оглядываюсь вокруг, делаю панорамический снимок, при этом узная вдалеке гору Сахаму, где я был тоже несколько лет назад на ее вершине, самая высокая гора Боливии. Конечно, очень жаль, что Халецкий не дошел, было бы очень здорово здесь быть вместе, но мы фактически вместе. Если приглядеться вниз, то вы увидите Женьку и Виктора примерно в 7 километрах отсюда, бредущих по леднику. Да, мужики,
то потрясное настроение и состояние, которое сейчас у меня, желаю вам всем здорово и потрясно. Отсюда все пути ведут только вниз. Надеюсь, что не будет больших сложностей спуска по ледовой стене. К счастью, у меня есть Хванча, который свободным лазанием спускается на двух ледорубах. Через пару часов я оглядываюсь назад и вижу весь наш путь подъема и спуска. И тот самый кусок вертикального льда, где мы только что лезли. Восхождение проходит уже больше 10 часов, но еще далеко до его завершения. Как только мы вернемся в последний верхний штормовой лагерь, нужно быстро собраться и валить вниз. Ночевать на высоте 5700 абсолютно исключено. В прошлую ночь мы не спали совершенно. Естественно, это будет еще хуже. Придется идти к лагуне Глисьер, до которой отсюда еще минимум часов 5. Ох, будет денек! Удивляет также, сколько обычно задействуются людей на одно восхождение. Это наша группа, но еще не в полном составе. Наконец-то! Лагуна Глисьер, лагерь, обед, сушение разной снеди. Уф! 13,5 часовой ходовой день. Трудно в это поверить. Конечно, сейчас мы себя чувствуем лучше, вроде спустились, но мы все еще на высоте 5000 метров. Боюсь, расслабиться не удастся. Заставь меня сейчас лезть на эту гору. Опять? Не дождешься. Уже совсем поздно, пора спать. Надо немножечко отдохнуть. А завтра приятный и ненавязчивый спуск к машине, быстрое огляделово окрестностей, скромный перекус, очаровывающее любование ламьими особами. И ускоренная поездка в Ла-Пас. И уже перед самым спуском в город с последнего перевала открылась полная панорама нашего подъема на вершину, слева направо. Да, здорово было. Надеюсь, повторим не раз. И мы снова в отеле. У нас есть еще целый день. Как насчет того, чтобы разведать Роуте Муэрто, дорогу смерти? Сказано, сделано. Мы пересекаем Ла-Пас еще раз, только на этот раз уже в восточном направлении. Как вы помните, Ла-Пас не стандартный город. Чего здесь только не увидишь. Чтобы добраться до начала Роуте Муэрто, дороги смерти, нам с высоты, на которой мы сейчас находимся, примерно 4800, с перевала нужно скинуть около 4 километров вертикального сброса, пересечь все природные зоны от арктической до джунглевой и опуститься на дно, в край вечного тумана и дождя. Дорога смерти начинается в поселке Коройка, где, собственно, кроме как дикая грязь, жуткая туманная хмать и по пояс болотная жижа, перемежаемая марихуаной, ничего нет. Дорога смерти действительно очень опасная штука. Здесь всегда плохая погода, жуткая глина, оползни, поползни, дождь, водопады на дорогу, ни хрена не видать, страшная узкота, двум машинам не разъехаться. Видимость всегда в нулях, а если падать с обрыва, то лететь около километра вертикальной гадости. Задница. Да и покрытие здесь не асфальтовое, скользкая мерзость. Одним словом, но любители. Удивительно, что любителей находится много. Оу!
несчастным европейцам полностью задурили голову, что здесь бывает солнце, которого никогда не бывает. И их фактически заставляют ехать на велосипеде в жуткую совершенно погоду, грязные с ног до головы, мокрые, ни хрена не видать, очки забрызганы слизью. Какая отвратность! Я уже умалчиваю о том, что подскальзываясь на грязной жиже, часть их падает с отвесных обрывов и погибают. Именно поэтому эта дорога называется «Дорога смерти». Жаль несчастных европейцев, но нам пора двигать их к дому, да и вам, товарищи. Всего всем доброго, всего хорошего, до следующих встреч! Да, товарищ Халецкий, когда-то еще мы с тобой погуляем в одинаковых зеленых рубахах. Хрен с ними, с рубахами! Смотри, какой хлеб! Отдаться легче! Oh.